Ну, для того, чтобы понять, что такое Новый год, абсолютно не обязательно. Да, придется закрыть рекламку. Я так поверну. А, понятно. Да, вот так вот, да. Мы же все-таки. Дети нас смотрят иногда. Вот. А дети не должны знать, что родители Новый год встречают. Кстати, мы Новый год встречаем абсолютно трезвыми. Потому что ребенка родили. И вам рано или поздно надо это сделать. Прокатиться по городу, посмотреть, как люди отдыхают. Прямо вот только с курантами приехали. Где вы отдыхаете? Где вы Новый год встречаете? Мы встречаем в русских банях. Там классно. На Малиновой. На Малиновой. То есть можно и попариться, и повеселиться. Очень. И паримся, и веселимся, и в бассейне купаемся. Все хорошо. Очень нравится. Мы сюда не первый постоянно, раз постоянные клиенты, постоянно да. Ходим, нам мы очень нравится. Бываем. Ну, Новый год решили здесь отметить, да. Дети выгнали из дома. Дети выгнали из дома, да. Кстати, хорошая тема, да. У меня тоже ребенок родился. Вот мне пришлось сегодня трезвый образ жизни вести, но я сейчас нагоню. Ну, ребенок маленький. Ну, да, этот. А потом он тоже... Он большой уже, 22 моему, ему 20 сегодня. Исполняется. День рождения. 1 числа. То есть родители из дома куда? А он куда? Ну, еще куда? На бане, на Малиновой. Для нас это радость, это веселье. Это улыбки близких, родных, это счастье. А где вы решили встретить Новый год 2012? Вот решили встретить в бане на Малиновой. Нравится? В русских банях, очень понравилось. Молодежь и русские бани, это нормально? Да, конечно, весело. Не пожалели, что пришли в русские бани? Нет, не пожалели, нам очень нравится, у нас очень веселая компания. Очень хорошо, замечательно. Хорошо подготовились? Очень. С конкурсами, шутками, прибаутками. Не пожалели, что Новый год 2012 встречаете здесь? Нет, не пожалели. Чтобы все жили счастливы, чтобы у всех было все. Ну, самое главное – здоровье. И частые похождения в русские бани. Да, обязательно. Это самое главное. Ну, вот так вот весело с прибаутками мы встречаем Новый год. Вместе с комплексом «Русские бани» на Малиновой. Вот так классно, вот так красиво и вот так искренно. А вам хочется? Ну что ж, приходите сюда. Каждый раз, каждый Новый год встречайте вместе с русскими банями на Малиновой. Да и этим-то, в принципе, все сказано. Горожане выбирают правильное место. И это правильное место – русские бани на Малиновой. Сочетающие в себе лучшие российские традиции. Здорового духа, гостеприимства и щедрости. Щедрости во всем, что касается тех, кто сюда приезжает. Ну а год 2012 хозяева встретились с отличным фейерверком, который мы от русских бань вам и подарим.